благословить. Благословляю. Ну, садись. Как я люблю. С комочками. Что сие? Сие – это эпитафия, кажется. Эпитим я. Блудил, что ли? Женщины? С двумя? За соучастие в кощунственных действиях по отношению к святым таинствам, осквернении храма Божия, псалом Сикольско-Ясинского Никольского храма поселка Круглое, Сергей Васильев. Нашему определению отлучается от святого причастия на полгода и направляется на послушание монастыря Свято-Дмитриевском. На этот срок до полного раскаяния. Догнать его надо. Никого мы гнать не можем, Еремия. Если помнишь, даже наш святой великомученик Дмитрий, именем которого нажил наш монастырь, до того, как начать чудеса творить, жизнь вела совсем неправедную. Иди спать, Сергей. Завтра мы найдем тебе послушание. Надеюсь, в трудах праведных очистится душа твоя. Слишком грешен, барыня. Обидел кого? Может, мне тоже монастырь? Ты дурак, что ли? Я тебе на чистую воду выведу. Ох, Димон, Димон. Да бездон, терпи. А ты бездомная девок искушать. Мирские потребности, так сказать. Тебя для этого сюда и поставили? Лайк мне поставишь? Он неплохой человек. Всем спасибо. Это был отец Анатолий. Прости, что так вышло. Чему ты все делаешь не как положено? Ну, такое. Непослушный. На нас Моргенштерн подписался. Кто такой?